Глава государства в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая. Примечательно, что Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт – крупнейшим в этой стране. Здесь формируется около 40% от общего объема грузовых поездов. Предполагается, что логистический центр соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и с Европой. Кроме ускоренной доставки грузов, Казахстан станет надежным транзитным хабом в Евразии. Президент также открыл новый инновационный центр, созданный нацкомпанией КТЖ совместно с китайской компанией Huawei. Касым-Жомарту Токаеву презентовали цифровые решения, направленные на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта. В Казахстане сформирован прочный фундамент для внедрения передовых IT-решений. За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. Это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики.